очень приятно участвовать в этой выставке коллективной. Я думаю, что выставка вызовет ажиотаж. Ну, каждый художник должен иметь такую возможность продемонстрировать свежие работы, потому что работы потом постепенно они куда-то где-то оседают. В каких-то коллекциях, в каких-то музеях. Выставка всегда является тем, так сказать, моментом, актом, когда ты хочешь увидеть себя на фоне всего мира изобразительного искусства нашего города и окрестностей. Участие среди таких персоналей Смолина, Шубина, среди крутых художников, то есть выставить рядышком свои работы, как-то отметиться, то есть это такое значимый шаг. Рад видеть столько знакомых лиц, художников, потому что выставки вот такого масштаба, такого уровня бывают нечасто. Огромное спасибо организаторам вот этого мероприятия. Я появился в Обнинске после окончания университета. Я принимал активное участие во всех, не только в городских наших, но и областных выставках. Я писал очень много городских пейзажей, которые хранятся сейчас в фондах музея нашего. Ну и часто обращаюсь вообще к теме города. Я впервые принимаю участие в городской выставке. Ранее никогда не принимала. Для меня это честь. Для меня важно, что очень мало рисуют людей, мало тематических каких-то композиций. Мне сейчас интересна именно эта тема, поэтому я буду дальше в ней развиваться, потому что я вижу, что здесь в основном пейзажи или как бы натюрморты, а хочется какие-то видеть образы уже жизненные, переработанные. Вот у Шерова хорошие работы, он именно делает образ художественный, он молодец. Это свежие работы вот, этого года, предыдущего. И они как бы вот одни из первых, которые вот олицетворяют вот это вот нынешнее время, тревожное время. Работа посвящена моей бабушке. Меня интересовала тема человека, и да, вот как бабушка моя молится за всех нас, и вот такой собирательный образ возник. То есть не констатация факта, а разные случаи, которые помогали, связывали, то есть ее молитву с нами и какие-то случаи из моей жизни, они вплелись вот в эту работу. Но я думаю, что я еще ее попишу. Вот, но я рада, что я ее сделала. У меня ассоциация с Обнинском, с Кончаловским. Не зря я принесла работу «Сиренью». Вот у меня отсылка к нему. Казалось бы, после Кончаловского что там писать? Но нет, вот каждый художник вот считает, что вот именно он найдет вот то самое вот необычное. «Сирень» — это душа человеческая вот для меня. Она такая, знаете, яркая, таинственная, вроде как и ядовитая, и привычная. Все как человек. Мои цветы первый раз вышли в свет именно вот на этой выставке. Эта техника называется ботаническая скульптура. Пришло это искусство из Японии. И делается это из специальной массы, называется флористическая полимерная глина. То есть основа там клей ПВА и очень-очень много всяких добавок. Но создавали ее специально для того, чтобы можно было повторить цветок именно как живой. Чтобы лепесток был полупрозрачный, как живой. То есть вот поэтому и название такое ботаническая скульптура. То есть создать цветы, которые, ну, практически нельзя отличить от настоящих. Ну, они вечные, они ни за год, ни за два, ни за три они не испортятся, они не ломаются, не завянут. То есть вот как бы повторяет живое растение, остается навсегда. Мои иллюстрации посвящены фильму «Пираты Карибского моря». Ну, это одно из вдохновений. Еще с детства мы гуляли во дворе с каравеллой в нашем городе, вот, и увлекались морскими и пиратскими историями. И когда вышел фильм, мне он очень понравился, и с тех пор я рисовала
такие вот иллюстрации. Вот. Джонни Депп создал неповторимый образ, яркий, вот, который уже, капитан Джек Воробей, который уже живет своей жизнью и, как барон Мюнхгаузен, может рассказывать совершенно разные истории, которые мы не видели в фильме. Я придумываю их и рисую всякие сказки, и фэнтези, и пиратские приключения. У нас три человека, маркетристов, так я называю, есть в Обнинске. Ну, в разных направлениях работы. Они очень талантливые. Олег Мартынюк, он не просто занимается, он и художник. Я где-то уже 50 лет этим занимаюсь, причем это свободное от работы время всегда. Я тысячу раз повторяю всем, ни в коем случае это работе не мешало. Ну и в итоге вот сейчас вот маркетри, я вижу, уже мы уже присутствуем трое, считаем, что это наша победа, потому что никто... Ну, нету людей, кто бы этим занимался. Это дорогостоящая вещь. Почему я эти вещи не продаю? Они не могут стоить дешево. Дарить с удовольствием. Я в последнее время увлеклась природой. Природу просто рисовать легче. Я вообще любила портреты, но портретируем, может всегда сказать, у меня там нос не такой, или прыщичек мне вы зазря нарисовали. А природа... Ну, как бы дает больше свободы. Я вот увлеклась пейзажами. Тут три работы – это «Полярный Урал». Очень красивая природа, шикарная, но холодно. Я поняла, что это суровый край, там живут просто железные люди. Ученица Андрея Геннадьевича Романова, он научил нас думать, потому что вот одно из заданий – нарисуй хитрую линию. Трусливую точку поставь, да, кислый цвет, да, или там звук какой-то изобрази цветом, да. Значит, ты должен поработать со своим сердцем, со своей головой, ты должен вот это вот все включить и понять, а что же для тебя будет хитрая линия. То есть ты должен все время работать с самим собой. И вот это, наверное, самое важное, что он нам передал, умение... не только учиться рисовать, но сохранить свое внутреннее вот какое-то видение, свой внутренний взгляд. Мы все разные, и вот это вот важно, когда у преподавателя не все ученики идут в его стиле, копируя его стиль, а находят свои пути, находят свой язык, находят свою какую-то дорожку и говорят о том, что у них на сердце. Вот это вот, наверное, самое важное.